Мама купает весь июль и даже август. Жара? Да, сейчас пойдешь в воду. Да. И учишь испанский. Мама купается 1 августа. Эля прыгает рыбку с тряпки. Да, вот так, видишь, что вы, куда там народ, все это никуда, вот так трудно. С какой? С синей. Мам!
маленькая, прыгнет в заре, хорошо, красиво. Пошла. Ну, ребята, здесь по народу было. Не дай мне. Сейчас прыгнет. Они не знают, они что ли. Я когда подошел, они там все стояли, уговаривали друг друга. Сейчас будет технично. Но я хоть солдатиком прыгал, но все-таки. Вот. Но ровно, нет сверху. Ну, нормально, да, нет. Первый раз я не видел прыжки, а второй раз не видел прыжки. Я с пятерки один раз прыгал сейчас. О, прыгай, девчонка. Не очень технично, но лихо с эмоциями. Не маленькая. Ну, сейчас стоять будет. В заре красиво получается. Помню, полетела. Да. Волосы так развиваются. Тоже, наверное, снимаю, как кто-нибудь нас видно. Вон туда, наверное, как пройдем. Пошла одна. Вторая. Классно, тетка, что сидит? Удивительно. Да. Третья. Я плаваю. Здорово.